Двоечник или отличник? Кто победит в этой школьной борьбе без правил? Вам получить приз. Хорошее поведение. Почему ему поставили 5, а мне 2? У тебя что, двойка по математике? И вы снова на канале Тимка Супербой. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайки. Познакомьтесь, это отличник. Он настолько серьезно относится к учебе, что его любимое занятие – читать и считать. Ну а это двоечник. Но он никуда не спешит, только и знает, что играть. Школа подождет, знания никуда не денут. А вот и произошла роковая встреча на перекрестке. Тимур, пора уроки учить. Да не хочу. Ей. Ну и ладно, тогда я сам пойду учить уроки. Тимур не хочет учиться, значит я буду учиться. Он плохой, а я хороший. Либо сейчас я его крашу и зверю. Тимур, ты точно не будешь со мной разгурашивать? Да нет, не хочу, я лучше поиграю. Хе, сам разукрашивай. То, что учительница задала, мне все равно. Какой плохой Тимур, вообще ничего не хочет. А я стараюсь, мне нужно учиться хорошо. Сейчас я разукрашу и получу 5. Вот, Тимур, я уже получила уроки, а ты что, решился или нет? Нет, не решился. Ну как так, а? Я не хочу делать уроки. Я не пойду. Пошли. Я не пойду, говорят, пошли. Я не пойду. Что ты меня хочешь вообще? Тимур, я не хочу ничего делать, я хочу беситься и играть. Я не хочу. Нет, учись. Я не хочу. Садись, вот. Сейчас Мария Ивановна к нам придет и поставит тебе 2 за то, что ты не учишь. Здравствуйте, дети, я к вам пришла. Уроки учить будем? Да. Нет. Зачем она опять пришла? А что мы будем сегодня делать? Алфавит учить? Или вы знаете алфавит? А ну-ка. Тимур, тебя ругать нужно или нет? Ты будешь алфавит учить? Нет. Почему? Потому что. Вова, ты будешь? Да. Или ты уже его знаешь? Ты же умный у нас мальчик. Давай, тут алфавит. Покажи и расскажи Тимуру, если он ничего не хочет. Я не хочу ничего учить. Встаньте от меня, встаньте. Оно мне все надо, я и так смогу. Ха, играть лучше, чем учить алфавит. Я ж плохой Тима, значит все. Мария Ивановна, ну что, будем начинать? Конечно, Вова. Давай, какая это буковка? А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, В, З, И, И. Какой молодец! Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Ч, твердый знак И, Э, Ю, Я. Ты умный, получаешь 5! Ура! Я буду умным навсегда. Давай я тебя научу. Да не, не хочу. Не и так сойдет. Я джинсы. Ой, зуб сломал. Вова, ты на как так? Вова получит приз. За хорошее поведение. Почему ему поставили 5, а мне 2? За плохое поведение. Ребят, хоть вы меня поддержите лайком и подпиской.